Всем привет, с вами Нагиса и с нами Stormy of Life. Имя Солакс. Играю вообще, звук я выключил, играю, не знаю зачем. Просто мне сказали то, что среди RPG-шных игр это самое нормальное, можно сказать, 8-битное, как мне сказали. Ну и посмотрим, что есть. Вы назначим 4 сильных так. Двойной клинок, рыцарь, персек. Даже не знаю. Аркаман боевой стиль использует длинное расстояние. Оружие, чтобы использовать различные мощные мои. Перевод как-то не очень. Хотя в игре говорится то, что присутствует русский язык. Точнее, добавлен. Так, берсик. Я даже не знаю, если это. Давайте попробуем берсеком. Ой, долго, не хочу ждать. Потом мы когда-нибудь почитаю, что там было написано. То безделье собаки. Весело. Это он упал. В смысле? В начале игры уже игрок падает. Такая тянка появилась. Так. Вы начинаете игру. Ну, конечно. Перемещение. Общение с NPC. А это выбор магии, да? Слоты. Карта сохранения. Меню. Окей. Так. Так, это что? В смысле, что это такое? Не, не хочу. Как это пишет? Правда, не знаю, что это, я английский язык не знаю, так что... Пофигу. Что а вот скиллы, бафы, оружие, ну это видимо игрока, это фу. Чё английский не знаю. Я не знаю, что я сделал. Посмотрим. Экспишка, экспишка, опыт. О, а он по мне маленького уровня. Я думал, они как бы посильнее будут. Хотя все уж первого уровня.
То чё, плохое чувство, когда не знаешь английского. Деньги, банки. Ай, это было больно. Да, блин. В смысле? Что еще за босс? Страшно. Было очень страшно. Это что? Ага, так выглядит магия, значит. Ну, буду знать. Не знаю, что он там говорил. Английский я не... Это на русском он там говорил. Ну, просто мне лень было проверять. Монстр дух. Ух ты, левел ап. И что здесь у нас есть? Так, экипировать. О, колечко какое-то. Руны какие-то. Потом приберусь к чему с ними. А, вот мы где. Так, с повреждения, когда, наверное, мы ищем душечное оружие. Что вообще за ересь? Как это вообще прочитать? Двуручные мечи, боевые молоты и топоры. Двуручное оружие. Ну, если берсек, то возможно. Ну, если это берсек, то пускай будет спасибо никогда. Так, в бой сейчас не пойду, а просто возьму и посмотрю ультру. Ультра интересная. Кстати, да, это, видимо, вот эти геймы добавляются от того, что имеется подключение к интернету. Ну да ладно. Ну, пока что хватит, понемногу понемножку. Точнее, хорошего понемножку. Тем более, мне скоро спать надо, у меня скоро практика. Если честно, у меня сейчас почти час ночи. Ну ладно, всем пока. Надеюсь, то, что вам понравится. Хотя всего лишь начало. Ну ладно, не суть. Если хотите увидеть продолжение, ставь палец вверх и подписывайся на мой канал. Всем пока.